Челябинск выглядит неплохо в реализации этих программ. Процент исполнения порядка 95%. По дворовым территориям мы полностью все исполнили. А вот по общественным пространствам там есть вопросы. К примеру, под вопросом остается реконструкция одного из фонтанов в металлургическом районе. Кроме того, до окончания сезона главам районов нужно будет следить не только за качеством исполнения работ, но и за выделением бюджетных средств и их рациональным использованием.